Приветствую, дорогие друзья, на канале Автохакеры. Сегодня у нас очень интересная тема, а именно как восстановить нерабочий аккумулятор на автомобиле. Ну как же его восстановить? Есть ли несколько способов, которые действительно работают? Первый способ — это, конечно же, полностью слить воду и засыпать соды. Да, хорошо взболтать это все, вылить опять проточной водой, чтобы вот тот накипь, который там образовался, да, сода хорошо разъедает. И таким образом повторить это 3 раза процесс. Потом залить опять дистиллированной водой и хорошенько зарядить. Так аккумулятор можно возрядить. В этом способе я уверен, потому что я когда-то делал на своем аккумуляторе. Но он при этом рабочий. Если у вас полностью аккумулятор уже вздуло, ему там лет 10, не пытайтесь, потому что ничего не поможет. Еще один способ — это, конечно же, купить хороший зарядник, который будет импульсами разбивать вот тот накипь, который образовался на пластинах. И, соответственно, еще один вам лайфхак, который поможет вам купить хороший аккумулятор. Значит, иногда производители экономят и ставят пластины вот эти вот, да, очень тоненькие. И нужно, когда вы покупаете аккумулятор, ставить его на веса. Вот на аккумуляторе указан вес, там, к примеру, да, 15 килограмм. Вы когда ставите на веса, там вообще 13 килограмм. То есть такой аккумулятор не стоит брать. Берите только тот аккумулятор, ставьте его на веса, проверяйте вес его, то есть там будут хорошие пластины. Если производитель ставит туда маленькие пластины, то есть они, соответственно, такой аккумулятор будет очень мало ходить. Надеюсь, мои советы вам помогут, и вы выберете хороший аккумулятор. Ну и также вот этими вот способами вы можете восстановить свой старый аккумулятор. Всем пока, до скорого, с вами был Автохакер.